Не разломали физика не разломала. Так, по-моему, я что-то пропустил. И, по-моему, это к лучшему. Хрен редкий не спасен, ну кругай. Ассулудра. Это у нас маятник Фуку, я так понял. Надеюсь, не Умберто Эковский. Умберто Эко, маятник Фуку. Очень рекомендую прочтение. Оптические забавы. То есть по-любому надо беречь глаза. Микроконтроллеры, это просто микроконтроллеры, скорее всего, все-таки. Портативная энергостанция для туристических походов. Это удобно. Фармацевтический университет. Все добре. Чуть на самокате меня не самоукатили. Аква, вижу аква. Аква что? Лекарство боится пугачей. Аква пурификата. По логике вещей вода чистейшая. Вода чистая. Благодейный фон. Забота. Науковые пикники. Сейчас уплатим. Так, ну сейчас дойдешь. Уругвай? Да, Уругвай. Уругвай. Да. Смотри, вот это у нас идет Латинская Америка. Или Южная. Это Северная Америка. Уругвай. Уругвай. Кого хочешь, выбирай. Но это как бы книжка, это Samsung. Не пройду. Пожалуйста, стажер, ты сейчас есть. Житлово-коммунальный колледж. Рошен, мне не кажется. Сборник рецептор. Ой. Наша сестра, девочка, с которой я не на танцы ходит. Да, я устала. Ага. И где это у нас что? А мы вас пойдем домой. Вообще красота. Ну, если с вестибулярным аппаратом не лады, продолжать не стоит. Микробы и оклюды – это просто слоган сегодняшнего дня. Волонтерская группа на ходу из солдата. О, это я ел. В огромных количествах.
Не, я такого уже наелся за год, честное слово. Спасибо. А вы такого не ели? Это новый сухой эмошный. Да, такого я не видел. У нас вот такие были. У вас вот такие вот были? Да, да. Ну, вот такая пакет. Не-не-не, это другой. А, вот, вот пакетики, да. А это новый. Новый, который сейчас вместо вот этот будет менять. Первое тут. Да, вот такого не было сахара. Мед был такой, и сахар был в похожих пакетиках. Ну, это же и есть, это же официальный индивидуальный рацион питания мощный. Да, вот эти печенья, конечно, они просто, это зубы об них ломать край. А это вот новый, видите, спасибо. Какой теперь такой, как американский. Готовый, в мягком, был у нас американский. С разогревайкой. С разогревайкой это, был, это наш, ну, американский. Теперь, это наш теперь вот украинский. Такой. Американский вот. Это украинский. Да. Это нам ребята подарили свой сухпай. Хорошо, не поели. Да. Не, ну нам один, я даже не помню, как он к нам попал. Не скажу, что он на этот был похож. Но с разогревайкой тоже был. Ну, американский тут был, да? Ну, был, ну нам, да, да, по-моему, да, сказали. Это был 15-й год, сентябрь, август 15-го. Вот где-то а тогда. Это мы делаем. А какой завод производит? Киев, Харьков? Это я не знаю, какой это завод. Не Харьков делает. Написано Полтавская Пирятинский, область, Пирятинск. А, Пирятин. Ну, там классно. А это мы такие. Делаем, это волонтерские, помощь волонтерской армии. На году солдата Харьков. Да. Ну, спасибо, понятно. Сейчас я, наверное, и сам что-то положу. Батончики, бомбочки. До сих пор работаем, потому что все еще нужно. Да понятно. У меня половина подразделения еще осталась. Спасибо. Не за что. Так. Ладно. Москвальная ситка. Тоже пользовались, подвозили нам. Больница. Ну, в больнице мы уже были. Поэтому раз в неделю больница появляется. Ну ладно, будем ждать, пока реконструкция парка завершится. А пока... Харьков, 16 сентября, 17 год. Там больница переполнена. 17:09 по Киеву. И дуб просто завораживает меня. Ну ладно, не будем по этому поводу инсинуации разводить. Дуб красивый.